платье не сошью, свадьбы не будет. Поняла? Вот. А так привет. Всем привет! Я на пижамной вечеринке. У нас самое начало, так что не отключайте радиоприемники. Мы с вами. Новая песня, друзья, у нас радостное известие будет скоро, через минуты на минуту. Мне кажется, поклонники сейчас сойдут с ума. Так и я тоже. Я буду нервничать, я выйду, можно? Выйду, попью кофейку, я не знаю. Там не совсем местами такой мой привычный голос и тембр. Вот, мы играли, меняли, потому что она текстовая, игровая, очень напористая, очень дерзкая. Лафрать. Ой, поехали. Полина Гагарина, «Шагай». Я считаю, премьера в «Фрилафрате» Полина Гагарина «Шагай». Прям камень с души упал, слушай. Что я могу тебе сказать? Да, скажи. Фирма. Да. Меладзе, Гагарина. Вообще, я считаю, что вы нашли друг друга. Ура. Он невероятно талантливый сочинитель. Да. А ты артистка с... с большой буквы. Был, господи, был, и слава богу. А что такое? Так гульнуло, и что? Стыдно вспоминать до сих пор? Нет, просто еще один год, уже как-то 27, а потом 28, 29, и... И что? Вот оно, 30. Это срок, когда теряют паспорт, или что? Срок, когда надо стреляться. Вот, и... Полин Сергеевна, это на орбиту не выйдет такая ракета. Сильно добрый вечер. А, боже, ну будете жить долго и счастливо, я вас перепутал. Дина, вы! Это ты как я на автограф-сессии. Подходит девочка и говорит: здравствуйте, для Насти. Я говорю, пишу: Алина. Она говорит: я Надя. А теперь, наконец-то, мы дошли до секса, собственно говоря. Вот, о его обнародовании. То есть я не только... Это не говорит о том, что я раздеваюсь в этом клипе и буду абсолютно нагая, но будет... Левая сторона будет нагая. Левая рабочая будет нога. Несколько пикантных моментов, я думаю, которые очень понравятся моим поклонникам. Что в космосе человек от твоей композиции. Да, это прекрасный комментарий. А мне понравился комментарий такой: ты забыла русский? Да. Перешла на язык жестов, Полина Гагарина. Да. О, ес. Да! Так а что ты тормозишь? Дорогие друзья, с вами была Полина Гагарина. Спасибо огромное за ваши вопросы, за то, что слушали. И, конечно же, приходите на мой концерт. Не забудьте, те, кто живет в Петербурге, и те, кто хочет приехать из ближайших городов. Так, всех целую, всем любви и улыбок. Спасибо. Любовь — это хорошо.
Да.